Дорогие братья и сестры, слава нашему Господу! Сегодня в поместной церкви праздник. Мы пришли, чтобы благодарить Господа. И вся, все, что вокруг нас свидетельствует о празднике, о чем мы будем благодарить Господа. И я хочу напомнить такие слова из священного Писания, знакомые нам, как Бог когда-то говорил к Ною, что будет совершаться на земле. Впредь во все дни земли, сение и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И еще хочу напомнить из книги Левит, это 26 глава из 3 стиха. Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Слава нашему Господу! Но заметьте, что после того, как Бог сказал для всех человеков, не только но и для всех живущих, что сеяние и жатва не прекратятся, а здесь Бог говорит условие, если, если будешь исполнять, если будешь слушать, тогда это будет всегда. И мы знаем, что Иосифу было открыто, что семь лет не сеять, не жать не будут. И пришел великий голод. Страшный голод пришел. И это многократно повторялось на земле. Очень много раз описано в Библии о голоде. Как он страшно, какое-то страшное бедствие. И я хочу прочитать еще из Нового Завета такие слова. Также вот о этом празднике Анаса. Это 15 глава Евангелия Иоанна, 2 стиха. 8 и 16. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». И 16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не просите от Отца во имя Мое, он дал вам. Тем прославится Отец Небесный, если мы в жизни принесем много плода и если будем Его учениками. Вот об этом заботится сам Господь. И еще хочу прочитать из Нового Завета такие слова. Это послание Галатам, известно нам место из 6 главы 7 стиха. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плод свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух – от Духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. И, как мы видим, Священное Писание нам показывает, что все мы связаны с сенями жатвой. Все. Как в плоском, если Бог не даст благословения и дождя вовремя, если не даст устройства, то придет голод, придет большое бедствие. И также, дорогие друзья, в духовном, все мы Начиная расти с детских лет мы сеем. И обратите внимание, насколько большую силу имеет семя. Посеял, ну пусть бы как бы исчезло куда-то, кто-то бы кенсел сделал то, что посеял я плохое. Он говорит: что посеет человек, то пожнет. Это говорит, насколько ответственная жизнь наша на земле, и что мы сеем как мы должны смотреть за этим и проверять. И когда Господь когда-то получал учеников и народ притчами, Он говорил о сеятеле. Вышел сеятель сеет. И когда Он объяснял за сеятеля, Он говорит, что посеявший доброе семя, это Сын Человеческий, это Христос. Христос на земле сеет только доброе семя. Это Сыны Божии, это труженики Божии, это наследие Божие. Он сеет доброе семя. Но есть еще враг, который приходит, когда люди спят, и сеет плевелы. Это сыны Лукавого. И так все на земле совершается. И здесь мы прочитали, что посеет человек, то и пожнет. Это касается каждого из нас. Это очень важно. Потому что, как мы видим, это эти четыре сезона – вот так и жизнь человека нельзя потом возвратить. Нельзя сказать, я начну сначала, я все по-другому буду делать. Поэтому это очень ответственно, что мы сеем в жизни. Дорогие братья и сестры, и Писание учит нас, что когда рождаются у нас дети, первые ⁇ это мы, родители, сеем. И так определило Писание, когда ты сидишь, когда ты в дороге когда даже на постели ты говори. О чем говорить? О новостях? О лучших местах отдыха? О чем говорить? Он говорит, говори из закона Божия, получай страху Божию, чтобы это семя из детских лет селось в сердце человека. И бывало, дети вырастали, не все послушные, но вот приходило время, и это семя, которая имеет большую силу, она начинала расти. Вообще замечено на земле, вот то, что растет настолько насильно, этот росток очень силу имеет. Это семя, это Бог заложил. Это Бог заложил. Я э, слышал, что ученые вот разложили пшеницу, все изучили и слепили все точно так, как, как вот Бог сотворил пшеницу, и они точно с такого состава. И если бы размолоть те зерна, что ученые сделали, если бы испечь хлеб, никто бы по вкусу не распознал бы. Все бы, все одинаково. Но, говорит, вот наступает разница, когда положить в землю то семя, ту пшеницу, что Бог сотворил и что ученые создали. Божие растет, а это нет. Это мертвое, это не растет. Нету жизни там. А вот Бог заложил в семя такую силу, оно произрастает оно растет. Поэтому, дорогие друзья, это очень важно. И родителям было сказано, говори, не умолкай. Когда ты дома, когда в дороге, везде говори. Эти слова Божии, эти сей добрые семена. И я хочу, дорогие друзья, эта тема очень обширная. Нельзя все рассказать вот буквально в проповеди. Но я хочу обратить внимание, как Дорогие друзья, одни родители сеяли. Самое интересное, что этих родителей нету даже имени в Священном Писании, но мы о них знаем. Но мы о них знаем. Я хочу вначале прочитать один стих. Это Евангелие Луки, 4 глава, 27 стих. Это Христос говорил, когда проповедовал. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея» и ни один из них не очистился, кроме Неимана Сириянина. Христа, Мессию ожидали столетиями, и вот, наконец, Он пришел. Он пришел в синагогу, где был воспитан, говорил живые слова Божии и приводит из их истории, из народа Божьего пример. Про, дорогие друзья, это было во время пророка Елисея. И там много было дел, которые совершил Господь через этого пророка. Но вот Христос отмечает это дело, что было много прокаженных. И никто из них не очистился, кроме Неимана Сирианина. И я хочу коротко напомнить эту историю. Это пятая глава, четвертая книга царств. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, «Так и так, — говорит девочка, которая из земли израильской, и сказал царь сирийский Нейману, «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Не написано имени этой девочки, тем более родителей, но как вы думаете, кто посеял семена в сердце этой девочки? Это, бессомненно, родители. Родители. Это не цари израильские посеяли. Когда пришла эта делегация, он э, так расстроился, царь израильский, разодрал одежды, что он посылает ко мне, что я Бог. И услышал Елисей какое замешательство во дворце у царя. Говорит, что ты разодрал одежды, пришли его ко мне и узнают все, что есть пророк в Израиле. Ах, откуда эта история началась? С маленькой девочки, которые научили родители, что есть живой Бог в Израиле, есть пророк, который, что не попросит Бог ответит, есть Божий человек. Они сели в сердце ее добрые семена. Пришло время, ее взяли в плен. Не мы не читаем, что она роптала, «Господи, за что ты наказал меня? Я должна быть с родителями в своей земле, среди своего народа. Почему я оказалась пленена? Я же среди святых, среди верных, среди народа твоего. Почему мне такая доля досталась?» Мы этого не читаем и не слышим. Но она сказала, «О, если бы господин мой пошел к пророку в Израиле, он снял бы проказу». Могут ли наши дети так сказать окружающим, когда учатся в школе, в калычах, на работе? Могут ли от наших, от наших семян то, что мы съем в сердце, сказать, так дети с такой верою, живою, с таким дерзновением? Дорогие друзья, это так надо сказать. Вы представьте себе, это были не, не просто люди у чего-то попроси у соседа. Это надо с одного государства министру обороны пойти в другое. Исцелите меня. Это произвести такое движение, дорогие друзья. То, что записано в Священном Писании, это сделали слова маленькой девочки, которые посели родители в их сердце, что есть живой Бог. Она ни на что не смотрела, и родители, что отступление было, что не все служили Богу. Что мы сеем? Мы сеем недостатки проповедников или служителей или пророков, детское сердце, что они слышат от нас дома. Говорит, не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Или мы сеем живую веру, чтобы не смотрели на людей, не говорили, так все поступают, чтобы не были как прочие. Но смотрели на тех, которые служат Господу, как говорит Писание: смотри на праведника. Господь говорит, что научитесь от меня. Научитесь от меня. Учимся ли мы от Господа. И посмотрите, какое благословение. То записано в Священном Писании. Я думаю, на небе мы узнаем имя этой девочки. Мы узнаем их ее родителей. И мы сейчас восхищаемся этими людьми какие правильные семена они сели в сердце своих детей дорогие друзья когда мы читаем священное писание то мы находим что апостол павел однажды писал такие слова в коринской церкви и он говорит я насадил, а полос поливал, а возрастил Бог. Семена также дети наши слышат эти живые, должны слышать и получать в церкви. От проповедников, от служителей – от пророков, это живое Слово Божие. Это все те семена, которые сильные, которые Божьи, которые сеются. И он говорит, я насадил, кто-то должен насадить. А говорит, Аполос поливал. Мы знаем, чтобы это насаженное семя взросло, очень важно, чтобы была вода. Чтобы была вода. Дорогие друзья, я насадил, говорит, но она не осталась сухая земля. А полос поливал. Это очень важно в церкви. Я считаю, что очень много слабых, особо молодых людей, дорогие друзья, потому что мы мало молимся о дожде. Мы мало молимся, чтобы живая вода от Бога приходила и были политы эти семена, которые насадили родители в воскресной школе, проповедники. Об этом очень важно. Говорит ли об этом священное писание что? Нужно ли нам поливать, дорогие друзья? Священное. Что говорит священное писание? Давайте прочитаем вот Захария, пророка. 10 глава, 1 стих. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь. Каждому злак на поле. Просите у Господа дождя. Просите у Господа дождя. Это касается нас, всей церкви. Это к народу Божьему обращение. Просите у Господа дождя. Если еще, дорогие друзья, где в Священном Писании, что Бог говорил о дожде, что Он придет. Вот давайте прочитаем, и что мы должны просить. Книга пророка Осии, 6 глава, 3 стих. «Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Это пророческое слово о позднем дожде в Ветхом Завете, которое записано. И Он придет, как поздний дождь оросит землю. Что говорит Новый Завет об этом? Послание Иакова мы читаем в пятой главе, 7 стих. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Это обращение к нам, к церкви. Земледелец терпит, покуда получит дождь ранний и поздний. Я, дорогие друзья, так понимаю, что очень важно в жизни, когда человек получит в раннем возрасте и ранний дождь. То есть, когда не будет ходить путями мира этого, обратиться к Господу, это ранний дождь, обращение к Господу. Но еще в жизни нужен и поздний дождь. Чтобы принести плод, чтобы быть готовым ко встрече с Господом, нужен еще поздний дождь от Господа. Об этом то пророческие слова сказаны в Священном Писании. «Просите у Господа дождя». И это также, дорогие друзья, относится ко всей церкви, что как в начале она была насажена через труд апостолов, через Господа. Это был ранний дождь. Придет время, и зальется обильный поздний дождь по Слову Божьему. Это будет поздний дождь, это будут пробуждения дожди. Сила Божия являться. Просите у Господа дождя. Для семени нужна вода. Вода от Господа. А написано, поток Божий полон воды. Если мы будем просить, если наши дети и внуки будут переживать на служениях. Дорогие друзья, Принимать эту воду живую, эти семена будут расти, утверждать в вере, в любви, в верности Господу. И я хочу еще прочитать такие слова, где апостол Павел обращается к Тимофею. Это второе послание Тимофея, четвертая глава с первого стиха. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. Проповедуй Слово. Дорогие друзья, обращение к служителю Божию. Заклинаю тебя, проповедуй Слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием и будь будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. А он говорит, заклинаю тебя Господом, проповедуй слово, сей живые слова, здравые слова, здравое учение. И он предостерегает, какое будет время. Заклинаю тебя Господом. Вот у нас нету такого правила, обычая, если бы вот проповедника, как назначают, гости, кто проповедники, в братской бы мы, заклинаем бы в вас, братья Господом, проповедовать истинное Слово Божие пред Господом, который будет живы, судить живых и мертвых. Я думаю, в каком бы благоговении, в каком страхе, проповедник выходил бы за кафедру, чтобы излагать здравое учение Иисуса Христа, чтобы сеять живые слова в сердца слушающих. Он говорит: заклинаю тебя, Господом, эту ответственность, это страшно нарушит тогда. Вот, допустим, дорогие друзья, если бы на наших членских собраниях разбирали бы ошибки Саула и сказали бы ну вот, война, враги пришли, и в таком множестве несчастье их так множество, а народ стал разбегаться. И он не дождался повеления от Господа, начал приносить жертвоприношения. И когда только он закончил, пришел пророк, пришел Самуил. Ну скажите, вот бы что мы, как бы мы рассудили? Мы сказали, ну это бдительный человек. Он не захотел, чтобы все разбежались. Он захотел вовремя сделать, чтобы все были готовы к битве. А Бог не так сказал. Почему ты не исполнил слово, которое было сказано тебе? Да это такая обстановка, такие обстоятельства. Ну все сейчас так поступают. Почему ты не исполнил слово, какое здравое, какое правильное, которое от Господа? Вторая его ошибка. А он пошел, послушал, победили врагов, разбили их. Ну вот, что-то только оставили царя и лучшее из добычи. Ну, мы тоже, наверное, сказали, какой предусмотрительный человек. Вообще подумал о всех нас. Что было, было и нам неплохо. Вот, ну, он же исполнил же. Мы бы рассудили, еще бы оправдали, еще бы похвалили Саула. А Бог сказал: за то, что ты не исполнил Слово Моего, я отверг тебя, чтобы ты был царем. Дорогие друзья, посмотрите, как строго все у Бога. Мы много себе позволяем, мы можем позволить себе идти по широкому пути. Но знаем ли мы конец, какой страшный там? Мы много тебе разрешаем. А он говорит, заклинаю тебя Господом, проповедуй слово, слово истины, слово правды. Потому что это истинное слово только дает жизнь. Оно предведет к спасению, оно дает благословение. В этом успех, в этом благодать. Говорим ли мы такие слова своим детям с любовью, с молитвой? И кроме того, что говорим, когда не слушает, бывает, надо поливать. Поливать надо. Говорит ли тоже об этом ли Священное Писание, как поливать надо, как изрывля поливали. Давайте прочитаем книгу Псалтир, 125-й Псалом. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои» бывает нету сразу. Вы знаете, что семя посеянное мы не видим сразу плода, результата мы не видим. Но говорит, сеющие со слезами будут пожена с радостью. Бывает, надо поливать слезами, надо. Поливать надо, чтобы выросли эти семена, и они вырастут. И тогда с радостью будем нести снопы потому что поливали с любовью, с верою, с надеждой, с упованием на Господа. Проповедуй Слово. И мы, дорогие друзья, слыша это Слово, да научит нас Господь, Дух Святой, чтобы нам, дорогие друзья, помнить, что мы сеем жизни, чтобы сеять доброе и получить благословенный урожай. Аминь.